Сегодня наша съемочная группа встретилась с одесситкой, которая сумела за свою жизнь отрастить косу длиной 1 метр 60 сантиметров. Девушка никогда не стригла свой волос, и теперь ей есть чем похвастаться. Алла Перькова с детства мечтала о длинных волосах. Ее идеалами были принцессы и русалочки с роскошными прядями. Но когда цель уже была достигнута, обрезать такую красоту просто было жалко. И сегодня девушка благодарна прежде всего своей маме, которая всегда ее поддерживала. Вот мама мне помогала в этом. Мне отрезала волосы, ухаживала, расчесывала, мыла, заплетала. Различные бантики, заколочки. Это каждая мама мечтает о девочке, чтобы можно было украсить и девочку, и волосы, и все в целом. Алла Перькова никогда не стремилась заполучить титул «Самая длинная коса». Ей просто нравятся ее длинные волосы, ведь с ними она может сделать намного больше причесок, чем девушки с короткими стрижками. Из длинных волос всегда можно сделать любую прическу различную. Когда волосы короткие, да, можно шиньон какой-то или парик одеть. Но у меня с моей длиной различные варианты причесок множество. То есть я могу и накрутить, и косы, и распустить. То есть все-все-все, что хочу, пожелаю. Поэтому я считаю, что у меня больше возможностей, чем у людей, у которых короткие волосы. Окружающие, по словам красавицы Аллы, от ее волос в полном восторге. Люди постоянно останавливают девушку на улице и просят потрогать роскошные локоны. Я всегда говорила, я чувствую себя круче любой самой мировой звезды, потому что, допустим, ну, когда еще Майкл Джексон был жив, я об этом говорила, Майкл Джексон или Мадонна пройдут по улице, не каждый человек, обратит внимание, узнает. А на меня и маленькие дети, и пожилые люди все обращают внимание, подходят, спрашивают, как ухаживаю, сколько отращиваю. Ну, приятно. Я вижу улыбки людей, радость, и мне это очень приятно. Алле Перковой и знакомые, и незнакомые все время задают один и тот же вопрос. В чем секрет таких длинных и красивых волос? Девушка не пользуется какими-то модными шампунями и не втирает в голову чудодейственные маски. Ее секрет – любовь. Я пользуюсь обычным шампунем, маски очень редко, так, для удовольствия. Никакие масла я не втирала, ничем не пользовалась. Я считаю, секрет – это в любви. Моя мамочка меня очень любит, она с самого рождения заботится обо мне. Знаете, говорят, девушки как цветы, нужно их лелеять, ухаживать за ними. Вот результат любви моей мамы. Сейчас добавилась любовь моего жениха, который заботится обо мне, гордится мной, восхищается. Я считаю, человек, когда любим, у него сияют глаза, сияет улыбка, душа поет, все прекрасно. Так что не важно, какие волосы, не важно, какая фигура. Главное быть любимым, и тогда будешь красивой. На сегодняшний день рекордсменкой по длине волос в Украине является 28-летняя Анна Янок из Черкас. Ее коса составляет 2 метра 21 сантиметр. Но кто знает, возможно, в будущем наша одесская красавица еще займет первую ступеньку пьедестала.